Привет, с вами игрушка Настя. Короче, разработчики Adopt Me вчера вечером на своем YouTube-канале выложили вот такое вот видео, где рассказали и показали, что будет в нашем новом обновлении, которое выйдет уже сегодня. Давайте скорее посмотрим это видео. У тебя одинаковые предметы из Roblox, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на Star Pets, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери меня несколько своих предметов на один крутой или наоборот. Получи с одного предмета кучу разных. Все делается очень просто, а главное быстро и безопасно. Но не забывайте, что на Star Pets можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Roblox у Star Pets будут в закрепленном комментарии. Ну что, по началу видео уже можно понять, что у нас будет обновление, связанное с космосом. Два новых питомца, вот такой вот интересный кит какой-то. И вот такой питомец, не знаю даже как его назвать, но очень необычный и крутой. Один из питомцев, а точнее кит, будет продаваться за 2500 баксов. Я очень этому рада, потому что хотя бы один питомец у нас наконец-то будет не за робуксы. А второй, получается, будет идти с набором, с домом, если я не ошибаюсь, новым, за 1250 робуксов. Ну, конечно же, какое обновление в Adopt Me без вещей за робуксы? Новая, получается, мебель и, если я не ошибаюсь, еще новый дом. Или что это такое? Ну да, вроде как дом. Ну, что я могу сказать? Очень необычно и прикольно. Получается, будем ждать. Оно выйдет уже сегодня вечером в 18:00 по украинскому и российскому времени. Ну что, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого обновления, рады ли вы, что его добавили в Adopt Me. Я обязательно сниму видео трейды про этих питомцев, так что не пропустите. Эти видео выйдут завтра и послезавтра. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.